Ребята, насколько вы поняли, я смогла выехать по делам. Нас выпускают, нас никто насильно не держит на проекте. Выпускают в таком виде для нашей же безопасности. Так что все хорошо. На проекте у нас нет такого, что нас держат насильно. Поэтому записываем сторис. Следите. С проекта всегда можно уйти, нас никто насильно не держит. Главное не уходить ночью, потому что за нас переживают, это для нашей же безопасности, несут за нас ответственность, поэтому не думайте, что нас держат действительно насильно. Это не так. К нам все очень хорошо относятся, мне на проекте нравится, поэтому, как вы видите, я поехала по своим делам и вернусь на проект.